ветераны, капитаны, звезды своих клубов, состав ЦСКА на ваших играх номер 19, Константин Кучаев номер 20, Милан Гаич номер 22, Хесус Медина по 28, Игорь Шалимов, главный тренер Урала. Дим, ну, давай вкратце, может быть, тезисно, да? Что эта работа в долгую и быстро это не делается, но предсезонка позади. Сейчас уже официальный сезон. Вот давление обыгрывается с Мухиным. Еще комбинация. Медина не успел вернуть на Бабкина, который неплохо ускорился. Медина, есть справа Гаич. И Милан простреливает. Вот и хотелось бы, чтобы впредь. Подача. В центр штрафной момент. И мяч. ЦСКА важно поддерживать темп. И пока это получается. Да, и Медина в этом плане тоже помощник. Перевод Аиданным диковинным голам. Удары через себя там и так далее. Я бы сказал, что... Пересматриваясь, переглядываясь, они в итоге вот эту трансформацию сделали и местами поменялись, точнее вернулись. А пока Медина на Гаича. Ну, отвечая на твой вопрос, я думаю, это Урал. Это Урал настойчивый. Может быть, не совсем к этому готов. Это правда. Я со Медина, он справа, внешней стороной стопы. Игр за ЦСКА, 15 за Локомотив, ну пора в разок и попасть. Ну а вот еще раз момент Караскаля. Нам показали, спасибо нашим коллегам, с захватом начало давит на уральскую оборону. Ты чувствуешь, Дим? Чувствуешь запах? Уже давно. Сначала, ну, в общем-то, точно получилось. Атака продолжается. Медина есть у него в помощниках. Гай на Караскаля. И вот есть сейчас свободные зоны для футболистов ЦСКА. И атака продолжается. Медина. Подкат под Березкина даже помог Медине. Тот опять внешней стороной стопы делает мяч. Но вот это, наверное, уже было лишним. Хотя Медина при всем при этом не остановился. И мяч отдали. Точно играет Кирилл. Начало. Чалов дальше. И еще один голевой момент. Сколько они уже упускали этих шансов. Удар практически из предела вратарской. Рядышком охотился, но из-за большой любви к Красной Звезде. Он останется. И подача с фланга. Удар через себя. Разрезал воздух ножницами своими Медина. А вот по мячу толком не попал. Да, и в начале игры был момент, когда Гаич и Караскаль друг другу помешали. Мишкич, опорный полузащитник. Это как раз сейчас опорникам нужно отрабатывать, потому что Медина сложно. Медина на правом фланге раскачивает резкими движениями, обманами. Подача на внешней стороне стопы Медина. И... здесь уже здорово отыграл защитник. Это был Алексей Герасимов. Но Медина, как показалось, чуть промедлил с ударом. Неудачная обработка. Даже не бросив на него взгляд, покатил на ход. Короче, классно было исполнено. Вот только на дальней штанге никого не осталось. Не обнаружилось. И вот смотри, Урал уже на чужой половине поля. Напробует заменит. За Болотный? Нет. За Болотный может и так. Чалов рядышком. Рядышком Федор Чал. Вот кто, наверное, еще заслужил сегодня, ну, скажем так, результативное действие, да? Но... кстати, Дима, на российскую премьер-лигу. Честно говоря, я не припомню, чтобы еще и в таком возрасте, да? Момент у Медины. Караскаль! В Москве в любительском футболе за нее он тоже двигался. Ермаков, Никита Ермаков.